График у современных студентов напряженный. Зачеты, курсовые, семинары занимают практически все свободное время. Но четверо лучших из лучших нашли возможность подготовиться к районному конкурсу «Студент года 2020». Ребята уже прошли первый этап представления проектных работ. Сегодня финал. И испытания не менее серьезные. Самопрезентация, конкурс видеороликов, творческий конкурс и еще интеллектуальный. То есть всего 4 конкурса. У каждого есть своя изюминка, поэтому я думаю, что они все раскроются сегодня на сцене и покажут себя. Презентация себя не только как учащегося, но и как личности, задание ответственное. Свою индивидуальность и неординарность мышления стремились показать все. Каждый из конкурсантов подготовился на 100%, чтобы порадовать своих зрителей. Стать медиком мечтал я с детства. И к этому тянулся всей душой. И от судьбы нам никуда не деться. А эта истина придумана не мной. Вот жизнь студенческая закипела, забурлила. И тут я понял, что это профессия моя. Под громкие аплодисменты друзей выступать на большой сцене, конечно, легче. Поддержать ребят собрались их одногруппники и однокурсники. За пределами зрительного зала атмосфера не менее напряженная. Юные артисты готовятся к выходу на сцену, а болельщики переживают за своего претендента на звание «Студент года 2020». Арина достойна победы, потому что она довольно-таки большой путь проделала к этому. Большую подготовку. Мы всем колледжем помогали ей. И она очень талантливая девочка. Она поет и танцует. Она занимается рукоделием. И она очень светлый человек сама по себе. И я думаю, то, что такие люди не должны оставаться без внимания. Я надеюсь, что Денис покажет все, на что способен, и мы обязательно одержим победу, за которую пришли сюда. Мы уже достаточно давно работаем вместе. Мы танцевали различные постановки, выступали на конкурсах. В общем, этот человек уже достаточно родной, и ему я готова помогать. То есть я всецело за него. Сергей Шевцов очень спортивный человек, очень позитивный. Он от нашего училища очень часто ездит на соревнования региональные, занимает очень много призовых мест. И вообще он классный чувак. Все конкурсанты достойно преодолели испытания. По количеству баллов безоговорочным лидером оказался Вячеслав Сбродов. Он и заслужил почетное звание «Студент года 2020». Остальным участникам вручили памятные дипломы. Ангелина Батакова, Антон Карев, телеканал «Русский Север».